Из-за сильных наводнений в секторе Газа эвакуировали более 40 тысяч жителей. Погиб один ребенок, более 100 госпитализированы с различными травмами. По предварительным подсчетам, ущерб оценивают в 60 миллионов долларов. А несмотря на улучшение погоды, спасатели продолжают эвакуировать население и откачивать воду из переполненных водохранилищ. Сейчас в Газе ждут крупную партию гуманитарного груза, которую израильские власти согласились пропустить через свою границу. Это свыше 1 миллиона литров газа, 800 тысяч литров дизтоплива для транспорта и еще 40 тысяч литров мазута для электростанций.